Вместо уроков на экскурсию в политехническом техникуме сегодня ярмарка учебных мест. Более 100 школьников выбирают, куда пойти учиться. Выпускные экзамены на носу, а некоторые до сих пор не определились. Пока нет определенной профессии, на которой я хочу учиться, я рассматриваю многие варианты. Кем быть – строителем, медсестрой или поваром? Преподаватели колледжа агитируют как могут. И буклеты раздают, и мастер-классы устраивают. А аргументы такие, что не поспоришь. Люди всегда будут хотеть кушать, согласитесь. Тем более искусство, кулинария – это настолько безгранично, необъятно, настолько творческая профессия. В сегодняшней ярмарке участвуют только средние учебные заведения. Области нужны рабочие руки. Да и мода на профессии постепенно меняется. Мы уже отходим от тех времен, когда, если помните, было время, молодежь выбирала профессии экономистов, бухгалтеров, в основном юристов. Да, выбирают и эти профессии сейчас. Но сейчас востребованы рабочие профессии. Это и в аграрном секторе, это и в строительном секторе. Сегодня экскурсию по учебным заведениям провели только для липецких школьников. Но это только начало. До конца мая ярмарки учебных мест пройдут во всех районах области. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК «Новости».